Со 2 по 9 октября 2011 года в Турции прошел 5-й международный юбилейный телевизионный фестиваль детского творчества «TV Start». Фестиваль проходил под патронатом мэра города Анталии. Is here with you. The hospitable Antalya is kindly gathering friends of the international TV festival TV Start. It is a wonderful fest for everyone who wishes to succeed on the great TV screen. You see, you envy, and you will become members of our team. Вечір знайомств – одна з найважливіших подій фестивального тижня. А як це було, довідаємось прямо зараз. Вечер знакомств – это такая точка, после которой все начинают дружить, знакомиться. Еще хорошая ученица, звездочка я с малых лет, узнает меня весь свет. Общаться с друзьями, а главное – изучать иностранные языки. Я очень смелая, решительная, упорная, а главное – коммуникабельная. Мария, Маруся, Маша, Маша, Манюша. Я и сама бываю разная. Люблю танцевать, играть в театр. Мечтаю сниматься в кино. Мне 11 лет. Я родилась и живу в славном городе Каменск-Уральск. Я приехал к вам из России, своей родины, милых небес. Там Елизавета меня окрестили. Я росла под музыку леса. Наслаждалась журчанием ручья, и поэтому все свои мысли выражаю на клавишах «да». Thank you.
13-летняя киевлянка Лидия Попыл обожает музыку и не мыслит своей жизни без нее. Уже много лет Лида учится вокалу, посещает занятия на фабрике эстрады Татьяны Пискаревой. Анита Итумуду – наша гостья из жаркой Африки. Она живет в Нигерии, увлекается различными хобби. Анита любит петь и танцевать. Мария Мартьянова, Россия. Мария очень разносторонняя девочка, любит танцевать и играть в театр, а когда вырастет, мечтает стать актрисой и иметь свою шоколадную фабрику. Алена Борзова, Россия. Увлекается хореографией и ритмикой. Однако вокалу наша участница уделяет больше внимания, чем остальным дисциплинам. Dear friends, International Television Festival of Children's Creativity TV Start will be held in Turkey, Antalya, from 13th of September till 6th of October. The participants of the festival, the children aged from 4 to 17 years, will compete in the following categories: vocal, choreography, models, show program, TV presenter, circus arts, visual arts, acrobatics. Attention! There is a new competition category, children's music video clip. Participants of the festival and their parents or accompanying person can not only take part in all the festival events and cultural entertainment, they also will get a lot of vivid impression and positive emotions when having a wonderful holiday on the warm Mediterranean coast. Accommodation of participants and visitors in 5-star hotels all inclusive. Join us, it's really interesting. Уже три клипа.
я очень люблю рисовать, сочинять стихи, играть в театре. И я бы хотела, чтобы моя жизнь всегда была связана со сценой. Я пою на трех языках – латышском, русском и английском. Очень люблю рисовать, а больше всего я люблю животных. Я приехала из города Киева и привезла вам небольшие сувениры. Надеюсь, они вам понравятся. Желаю вам всем победы, удачи, успехов и дружбы, которая будет зарождаться на нашем фестивале, чтобы она была очень долгой. И те мероприятия, вот сегодня одно из первых мероприятий, которое в плане у нас стоит. Я считаю, что нормально все организовано. Спасибо. Виталий Лебединский, Украина. Виталий учится в музыкальной школе по классу фортепиано и академического вокала. Он также занимается акробатикой, фитнесом и бодибилдингом. Жихарева Ольга, Украина. Оле всего 6 лет, но она трудолюбивый ребенок. Любит поэзию и пишет стихи. А с недавнего времени серьезно занимается вокалом. Нотки скачут не туда, слов не помню иногда. Наша тетя вокалистка говорит, что не беда. Если все во мне поет, песня будет, был бы рот. Ну а то, что я малышка, это с возрастом пройдет. Раз ладошка, два ладошка, я пока что не звезда. Если нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте тогда. Марвилус Кинск Адун, Нигерия. Марвилус серьезный, в то же время веселый мальчик. Он очень талантлив и имеет много друзей. Хочет подружиться со всеми детьми на нашем фестивале. Аня Сершева, Украина. Аня занимается вокалом, любит петь и хорошо танцует. Уже сейчас она основательно готовится стать известной певицей и мечтает поступить в театральный институт. Аня уже не первый год с движением «Телестарт». То, что дни ведут за нами, что должно случиться с нами потом.
доброе утро, мир. Я верю, меня слышно. И мне есть что сказать. И мне есть что сказать. Мы все суетимся и бежим, закладывая виражи, и перестали мечтать. Давай почти достанем из сундука, в сторону отложим все дела. Ведь это так просто, поверь. Давай мы вместе сделаем этот шаг, соберем друзей дома просто так, и счастью откроем мы дверь. Просыпайся, 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 друг. Посмотри, посмотри, посмотри вокруг. Просыпайся, 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 друг. Посмотри, посмотри, посмотри вокруг. Окей, дайте мне пару слов. Мои друзья со мной, а значит я готов. Значит, я готов. Мои глаза открыты, сердце бьется четко, повторяя ритм. Ведь сегодня я посмотрел вокруг и понял, счастье близко, почти на моей ладони. Мне надо обзвонить подруг и всех друзей. Мне надо отключиться от различных сетей. Мне точно надо сделать погромче музон. Мои двери открыты, welcome back home. Пусть дом наполнит свет, и никто не знает бед, если мы вместе, друзья, ага. Ты просто улыбнись, и навстречу счастью мчись, и сбудется твоя мечта. Давай мечты достанем из сундука, в сторону отложим все дела. Ведь это так просто, поверь. Давай мы вместе сделаем этот шаг, соберем друзей дома просто так, и счастью откроем мы дверь. Смотри и оглянись, твой выбор — это твоя жизнь. И в каждое мгновенье реки могут поменять течение. Счастливый твой билет, в домах зажжется свет, и ты откроешь двери для всех, кто ждет и верит. Давай мечты достанем из сундука, в сторону отложим все дела. Ведь это так просто, поверь. Давай мы вместе сделаем этот шаг, соберем друзей дома просто так, и счастью откроем мы дверь. Просыпайся, 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 друг. Посмотри, посмотри, посмотри вокруг. 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 Хавалка Катрина, Латвия. Катрина владеет латышским, русским и английским языками. Сейчас начала учить еще и французский. Катрина обожает танцы. Уже не первый год танцует в студии «Тодо». Учится играть на фортепиано. Лебединская Виктория, Украина. Вика очень спортивная девочка. Она занимается акробатикой и фитнесом. Ее успехи отмечены призовыми местами на многих международных соревнованиях. Ира Савчук, Украина. Самый активный участник фестивального движения «ТВ-Старт». С друзьями по фестивалю «ТВ-Старт» Ира выступала в Ватикане, в Москве, в Киеве. Тихо навстречу мне, тихо навстречу мне, выйдет доверчивый маленький принц. Сам
самое главное, сказку не спугнуть. Миру бескрайним окна распахнуть. Гусельникова Елизавета, Россия. Лиза 11 лет. Лиза увлекается вокалом и танцем. Но кроме этого у нее немало других интересных хобби. Лиза очень любит цирк и изучает английский язык. Вслед меня мальчишка королевой назовет. Елизаветою речоночка, речоночка. Звучит сегодня немного непривычно. Хотим показать наших участников вам, чтобы вы их оценили. Thank you.
France, International Television Festival of Children's Creativity TV Start will be held in Turkey, Antalya, from 13th of September till 6th of October. The participants of the festival, the children aged from 4 to 17 years, will compete in the following categories: vocal, choreography, models, show program, TV presenter, circus arts, visual arts, acrobatics. Attention! There is a new competition category, children's music video clip. Participants of the festival and their parents or accompanying person can not only take part in all the festival events and cultural entertainment, they also will get a lot of vivid impression and positive emotions when having a wonderful holiday on the warm Mediterranean coast. Accommodation of participants and visitors in 5-star hotels all inclusive. Join us, it's really interesting. By the way, the professional cinematographers picture all of the festival events. It is one more festival tradition. I'm telling you the news, and the festival is going on. When the festival will be over, I will have the full video report for you and my friends. Афанасенков Данил, Украина. Помимо того, что он лауреат многих всеукраинских и международных конкурсов, Данил еще занимается изучением обработки звука и видео. Только задержать тот миг, когда мы вместе, родная. Поправлю прядь твоих волос, поцелую много раз, в мире нет родней твоих. Катя Савчук, Украина. Весной Катя получила приз «Gold Star» на всеукраинском фестивале TV Start. Благодаря этой победе сняла свой первый клип на Майорке. Катерина уже не первый год является лицом фестиваля TV Start. Здравствуй, милая! Приветная, да гражданная, первоцветная, словно сказка.
Ливан Квачадзе, Грузия. Ливан – настоящий джигит. Он приехал к нам из солнечной Грузии. Ливан занимается вокалом, футболом и боевыми искусствами.
Юдульсон Анна, Латвия. Анна – победитель многих престижных конкурсов вокалистов. На международном конкурсе вокалистов «Балтик Транзит» она заняла первое место. В этом году состоялся первый сольный концерт сестер Анны и Дианы Юдельс. Алина Поддубная, Украина, ведущая всех фестивальных мероприятий юбилейного фестиваля «Телестарт» 2011. Алина – абсолютный победитель международного телевизионного фестиваля «Телестарт» «Голдстарт» фестиваля. Аймиди Пупу Алаволи – маленькая участница из Нигерии. Друзья называют ее просто Типупс. Типупс – активная и очень подвижная девочка. Алаволи Аймикин – очень веселая и добрая девочка. В Нигерии у нее много друзей, но она очень хочет найти новых знакомых на нашем фестивале. Куминова Ксения, Россия. Вместе с нашей очередной конкурсанткой перенесемся в российский город Екатеринбург. Именно оттуда родом Ксения Куминова. Ксения профессионально занимается вокалом, и это у нее получается очень хорошо. You're a vines, yeah, a blue moon. You got soul, you got class, you got stuff. And what the man is true, and what the man for you. Thank you.
пригласить на эту сцену представителя туристического оператора «Анекс Тур» для вручения специального диплома. Исполнилось 15 лет. И дай Бог, чтобы через 10 лет нам поздравить вас с таким же 15-летним юбилеем. Всем участникам удачи! Поздравляю вас! Спасибо огромное! Спасибо, Анна. Начинаем официальную часть церемонии награждения. Номинация шоу-программа. Приз зрительских симпатий в номинации шоу-программы получает Ирина Савчук, Украина. Диплом в номинации шоу-программ за лучшее исполнение получает Иван Квачадзе, Грузия. Настоящий джигит. Диплом первое место в номинации шоу-программ за артистичность получает Катерина Савчук. Диплом гран-при фестиваля в номинации шоу-программ «Вокал» получает Сержина Анна, Украина. Диплом участника фестиваля в номинации «Видеоклип» за лучший клип детской тематики, на детскую тематику получает Борзова Алена, Россия. Диплом лауреата фестиваля в номинации «Видеоклип» за лучший детский видеоклип получает Гусельникова Елизавета, Россия. Екатерина Савчук, лучшая актриса года. Авторский видеоклип получает мальчик, который сам снял клип, смонтировал и в нем участвовал. Данила Афанасенко, лучший режиссер. Номинация «Хореография. Средняя группа». Первое место получает Лебединский Виталий. Номинация «Хореографии Гран-при» в средней категории получает Мартьянова Мария, Россия. Диплом Гран-при номинации «Хореография. Старшая категория» получает Виктория Лебединская, Украина. Номинация «Вокал». Диплом лауреата первое место в младшей категории получает Борзова Алена, Россия. Диплом лауреата первое место в средней категории получает по вокалу Гусельникова Елизавета, Россия. Гран-при номинации «Вокал» средней категории получает Хавалка Катрина, Латвия. Специальный диплом в номинации «Вокал. Дети Вселенной» получает Юдельсон Анна, Латвия. Мы вручаем гран-при в номинации «Вокал ТВ Стар» Кобыл Лидия, Украина. Из старшей категории гран-при получает Куминова Ксения, Россия. Вокал. Первое место в вокале получает Данила Афанасенко. Диплом лауреата фестиваля номинации «Приз зрительских симпатий» получает Аумиди Пупи Алавоя, Нигерия, «Литл Принцесса». Диплом лауреата фестиваля первое место в младшей категории фотомоделей получает Борзова Алена. Диплом гран-при фестиваля «Мистер фотомодель» младшей категории получает Ливан Квачадзе, Грузия. Гран-при младшей категории в номинации «Фотомодель» получает девочка, приехавшая с Украины, Жихарева Ольга. Диплом лауреата фестиваля «Супер фотомодель» в средней категории получает Аумикум Алаволь.
Диплом лауреата фестиваля получает средней категории фотомоделей принцесса арт-фотомодель Анита Эдемудун, Нигерия. Диплом лауреата фестиваля номинации фотомодель средняя категория первое место получает Мартьянова Мария Россия. Гран-при фестиваля в средней категории мистер фотомодель получает Виталий Лебединский, Украина. Гран-при в номинации фотомодель в средней категории получает Гусельникова Елизавета, Россия. Диплом лауреата фестиваля первое место в старшей категории фотомодель получает Данила Афанасенко. Гран-при мистер фотомодель старшей категории получает Марвелус Кингс Адун. Интернет-фотомодель. Гран-при получает Виктория Лебединская, Украина. Мы завершаем свой фестиваль сегодня, но наш фестиваль продолжается. Мы будем ждать и как у участников, так и гостей фестиваля на следующем 6-м международном фестивале «Телестар». Dear friends, International Television Festival of Children's Creativity TV Start will be held in Turkey, Antalya, from 13th of September till 6th of October. The participants of the festival, the children aged from 4 to 17 years, will compete in the following categories: vocal, choreography, models, show program, TV presenter, circus arts, visual arts, acrobatics. Attention! There is a new competition category, children's music video clip. Participants of the festival and their parents or accompanying person can not only take part in all the festival events and cultural entertainment, they also will get a lot of vivid impression and positive emotions when having a wonderful holiday on the warm Mediterranean coast. Accommodation of participants and visitors in 5-star hotels all inclusive. Join us, it's really interesting. The International TV Festival TV Start is coming to its end. I shall pack my luggage. Don't forget that the next year we will meet here in the welcome and sunny Antalya. I promise you that we would be happy to see you at the International TV Festival TV Start. Don't worry, you will succeed. Вот одна из тех историй, о которых люди спорят, и не день, не два, а много лет. Началась она так просто, не с ответов, а с вопросов. До сих пор на них ответов нет. Почему стремятся к свету все растения на свете? Отчего к морям спешит река? Как мы в этот мир приходим, в чем секрет простых мелодий, нам хотелось знать наверняка. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь в окнах свет, сияющий нам след. Пусть идут дожди, с ТВ-стартом бед не жди, камни пройденных дорог сумел пробить росток. Открывались в утро двери и тянулись ввысь деревья,
обещал прогноз, то снег, то зной. Но в садах рожденных песен фестиваль наш снова весел и вперед зовет нас за собой. Замыкая круг, ты назад посмотришь, друг, там увидишь в окна свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, камни пройденных дорог сумел пробить росток. Если солнце на ладони, если сердце в звуках тонет, ты потерян для обычных дней. Для тебя сияет полночь, и звезда спешит на помощь. Тиви-старт идет к тебе, друзей. Замыкая круг, ты назад посмотришь, друг, там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, камни пройденных дорог сумел пробить росток. Свой мотив у каждой птицы, свой мотив у каждой песни, свой мотив у неба и земли. Устирает время лица, нас простая мысль утешит, мы услышать музыку смогли. Замыкая круг, ты назад посмотришь, друг, там увидишь в окна свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, камни пройденных дорог сумел пробить росток. Замыкая круг, ты назад посмотришь, друг, там увидишь вот на свет, сияющий нам свет. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, камни пройденных дорог сумел пробить.